Всем привет! Вот хочу показать, как я обклеиваю уголком арку. Уголок арочный, специальный. Тут 2 сантиметра, вот это внутреннее, тут сантиметр. Как я делаю? У меня сразу бумажный скотч налепил вот такие вот на стену, чтобы фиксировать уголок. Сделал так, прилепил. Вот. Сюда, да, на угол не надо заходить, чтобы уголок вот сюда стал. Для удобства. Берете вот так вот. Прилепляете. По всему периметру делаете. И все. Сейчас покажу, как дальше клеить, как дальше делать. Имеется арка такая, да? Красивая у нас арка, да, дочь? Сейчас будем клеить уголки арочные. Начнем с этой стороны. Я вот так вот скотч бумажный наклеил, чтобы прижимать его. На углах, посередине там и с краю. Как его гнуть, уголок? Вообще просто. Дочь, иди сюда. Сейчас. На, держи. Ничего не нажимай. Сейчас покажу, как. Вот он, просто уголок. Ровный, да? Да все, отходи, отойди. Снимай, как я его сейчас буду гнуть. Просто за края. И вот так, раз, раз. Он вообще отлично гнется. Пап, мне кажется, как будто ты не видео снимаешь, а видео, а как надо делать? Ну, как делать надо? Я же пока просто вот так согнули, и все. Не надо никакой фен. Уголок специальный. И вот отойди туда дальше. Ну, или вот сюда, чтобы видно было, как я. Просто вот так. Приставили. Все. Он согнул. Не надо ни феном, ничем. Осталось только намазать. Клеем. И будет нам счастье. Да, конечно, специальный, да, вот такой. Ни силикон никакой, не надо ничего вообще. Специальный клей. Носик накрутили, ничего не обрезая. Как есть, так и, ну, и клеить. Давайте снимаем. Уголок. А я что делаю, снимаю? А я что делаю? Просто уголок. Ноги в кадре, да, дочь? Кого? Мои ноги, да. Да. Так, продолжаем. Вытираем обязательно. Всегда и сбрасывать давление надо вот этой кнопочкой. Вот это. Да, ну близко. Что не увидел? Увидел. Все, так же берем. Опять его сгинаем. Легко. Непринужденно. И без фена. Да. И клеим. Так, раз. Раз. Что она такая маленькая? Кто? Ну, арка вот эта. То есть вот это крепление в уголке. Не такого размера будут только. Почему? Вот все. А вот это клеить не будем? Кого? Внизу? Да. Будем. Ты же сюда снимай, дочь. Как я здесь делаю, ты не меня снимай. Теперь вот эти.
эти кружочки клеим. Чтоб... Прижимаем скотчем. Да. Сейчас прижмем. Клей не вытираем, если вытащил, вылез. Ничего. Ждем, пока засохнет. А потом лезем аккуратно. Обрезаем. Ну и все, придавливаем. Ну и все самое сложное. Закончилось. Сделали. Вот таким макаром. Делаем дальше. Вот так вот я оклеил уже одну арку, сделал. И все. Самое сложное сделано.